Каникулы в школах не только возможность для школьников отдохнуть, но и время, которое в образовательных учреждениях можно использовать рационально. Пустующие здания позволяют школам экономить тепловую энергию. В рамках муниципальной программы внедрения энергосберегательных технологий администрация города Чебоксары выделила средства на развитие данной отрасли. В дошкольных и школьных образовательных учреждениях были установлены терморегуляторы, современное оборудование и теплосчетчики. Их использование позволяет рационально распределять теплоэнергию и сохранять тем самым бюджетные средства. Происходит настройка температуры подающего носителя, в результате чего мы как раз и получаем экономию. На текущий момент автоматикой управления системами отопления оснащены более 22 образовательных организаций. Как отмечает начальник управления образования Дмитрий Захаров, автоматика включает в себя программирование расхода теплоносителя в нерабочее время, выходные, праздничные и каникулярные дни, что позволяет экономить энергоресурсы. А в учебное время температурный режим приходит в норму, которая требует санэпидемстанция. В зависимости от учреждения и времени года снижение температурного режима в каникулы и выходные дни позволяет сэкономить от 5 до 16% тепловой энергии в год. Таким образом, в дни осенних каникул, зимних каникул и вот сегодня уже весенних каникул мы можем подвести краткие итоги нашей деятельности, в частности, анализ потребление энергоресурсов за 2015-2016 учебный год, за отопительный сезон показал, что по аналогии с предыдущим годом у нас идет снижение потребления энергоресурсов в среднем на 6%. Если взять раскладку по месяцам, то здесь мы можем наблюдать, что есть определенные достижения, например, и в 16% в декабре месяце. Это, безусловно, огромное число, как в абсолютных цифрах, в килокалориях. Мы сэкономили буквально за 2015 год свыше 4000. Килокалорий, а в рублях это около 6 миллионов рублей. Мы считаем, что данное направление является очень актуальным, востребованным и ставим перед собой задачу, чтобы в ближайшие 3 года оснастить все школы города Чебоксары необходимым оборудованием по терморегулированию. Лицей номер 4 является одним из лидеров по экономии тепловой энергии. Высокие показатели экономии энергоресурсов были достигнуты в результате контроля температуры воздуха в помещениях школы в соответствии с требованиями санэпидемстанции. За счет снижения температуры в помещениях лицея в каникулы, праздничные и воскресные дни, а также подготовки к зимнему периоду, такой как утепление или замена окон и контроль за работой доводчиков входных дверей. Директор лицея Наталья Коновалова ответственно подходит к своим обязанностям. И на сэкономленные деньги постепенно приводит внешний и внутренний вид здания в порядок. То есть сам регулятор тепла, он решает проблемы, но вы видите, что школа достаточно старая, и главная утечка тепла идет через окна. Вот поэтому вторым этапом мы поставили для себя замену окон. Второй год меняем в коридорах оконные рамы. В конечном счете установление подобного оборудования во всех образовательных учреждениях города позволит городскому бюджету сэкономить необходимые денежные средства и вложить в другие более важные направления. Анастасия Соколикова, Эдуард Остеров. Жизнь столицы.